Я не куплю твою картошку. Да иди ты нахуй, сука. А меня не бьет, меня не бьет. Возвращайте хрень. Ты кто такой, сука? Ты что, деньги принес, а? В жоп тебе принес, сука. А я смотрю, это у вас семейное, да? Кидать людей, воровать. Я тебя, бля, честно. Ну, как-то слабо держишь удар. Ух, лови! Ха-ха. Хорош. Чё, мальчик, потанцуем ещё? Да. Ох ты ж! Блять, зуб трожь. Только их поставил вчера. Да, блять, вздыхай уже. Знаешь что, съеби отсюда нахуй! Я так просто это не оставлю, вы мне должны бутылки! Какие мастер бутылки, чё он вообще несёт? Прости, Витя, мы не хотели тебе в это всё втолкать. Во что толкать? Ты можешь, блядь, сказать нормальным языком? Батя, незадолго до того, как ушёл от нас, он зашёл в ларёк, очень много взял бухла и стащил. И этот шляпник теперь ждёт от нас. Выплата бутылками либо 6 000 долларов. Срок какой? Неделя, Петя. Чего? А еще хуже того, что если мы не вернем, то нашу квартиру просто заберут. И долг вырастет еще на 5 000 долларов. У Дерека я столько не заработаю. Кто он такой? Не бери в голову, Вить, какой придурок. Не парься, да все нормально будет, заебись. Да я не парился. Мне это и похуй. Аж ваши проблемы. Ладно, я пошла, а то мне еще борщ доваривать. Надо что-то придумать и побыстрее. О, Джон Санюк поможет. Извините, мэм, а вы не знаете, где Джордж живет? Убери свои грязные ноги отсюда и проваливай нахуй! Я только пол помыла! Ладно, сам найду. Пизда, блядь. Своим рэпом да. Нихуя себе! Какие люди в Голливуде! Вот же, сука, Кэндл. На самом деле я влюблён в эту уборщицу, а эти бабы так чисто. Так, тёлочки, на выход быстро, блядь. У нас ведь ком важная встреча. Такие бизнесы горят, столько дел надо проворачивать, так что давайте. Но твой друг ничего такое, я увидела кафешки ковну. Ну, ты придёшь завтра и отпердолишь его, он как раз девственник. Красивый девственник. У меня будет секс. Да, только смотри, все не испорти, как ты умеешь. Это ж в твоем жанре. Ну, че вообще как по планам, рассказывай. Да хуйня. Отец как нас покинул, стащил целый ящик водки. Теперь мы торчим 6 000 долларов. Вот так. Ну, что думаешь делать-то? Да, не знаю. Мать посоветовала Дерека. Типа, сходи к нему, уж у него работа есть. Да ты можешь первое время у меня пожить, пока на ноги не станешь. А работу мы тебе быстро найдем, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Ого, мне это радует, потому что пока что я получаю только 5 долларов в неделю, прикинь? Да, скоро ты будешь лян долларов в неделю получать, всему свое время. Ну, а начнем с того, что поедем в Хузепе и порешаем вопрос, что ты там за майонеза еще не воевал. За руль можно? Не, Витек, я после того случая тебе больше не доверяю. Это же не танк! Это лучшая машина, которую можно только купить на рынке. Березняков. Поехали на Левобережку, там его и встретим. И да, кстати, Витёк. Помнишь, ты мне же 5 баксов должен. Когда дашь? Я жду.
Хузепе, здорово! О, Чон Саню. Это, кстати, Витёк, про которого я тебе вчера говорил. Хороший пацан, только очень жесткий. Про знакомство очень жесткий. В наших краях это приветствуется. Да-да-да. Ну, заехали. Чё по бумагам? Да, сейчас. А какая гарантия? Что это не развод всё? Гарантия такая, мамой клянусь. Устраивает? Да, устраивает. Теперь, Витёк, ты мне еще должен 5 баксов.